В праздники без пьянства за рулем 23 и 24 февраля сотрудники ГИБДД усилят патрули и проведут профилактические рейды, чтобы выявить нетрезвых водителей. С начала 2018 к административной ответственности за данное правонарушение привлекли 150 человек. По вине нетрезвых автолюбителей произошло 6 ДТП, в которых пострадало 7 человек. Массовые мероприятия сотрудники госавтоинспекции проводят по всей области в течение праздничных и выходных дней. Госавтоинспекция Ивановской области призывает автолюбителей не употреблять алкоголь перед поездкой за рулем и напоминает о том, что такое правонарушение влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет. Совершение данного правонарушения, если оно совершается повторно, влечет за собой уже уголовную ответственность. Также специалисты просят сообщать информацию о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефону 32 50 38 или в Viber на номер 8 906 512 98 67.